Всем привет! В моей группе продолжается турнир по гремлинам, и сегодня я буду играть за коллекционера. Смогу ли я собрать, наколлекционировать необходимое число шестеренок, вы узнаете, посмотрев эту партию. Приятного просмотра. Так, сегодня я буду играть за коллекционера. Я начинаю сразу с активным ликвидом. Короче, победит Лёша, я понял. Если перса выгонит. Ну, сейчас, да. Я читаю еще, что тут он делает. При поиске сокровищ могу перебросить один кубик. Я коллекционера же взял, да, по-моему? Да. И получаешь, по-моему, плюс 10 дохода за каждую перманент. Активную карту, да. Вроде неплохой такой чувак. Другой вопрос, что здесь никто не даст долго активную карту держать. А что они будут делать? Убирать их в аду, либо этим, конфискацией, либо... бомбочкой. Зая, я помню, в первой игре чувак заюзал очень быстро часы Армагеддона, и почему-то долго ее никто не мог у него забрать их, никто. Ну, везло, парня. Правда, ну как везло, карты. Правда, ему весь доход до нуля снизили, и все. Ну, запускаем. Я готов. Да. Измигнул. А, я с ее, кроме Измигула, ни с кем из вас и не играл. О, лайки? Да, да, только у Измигула стоят. Но Измигула, я так понял, написал в теме, что ему нравятся, наоборот, дизлайки как раз, поэтому, видимо, надо поменять. Да, 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 да. Я такой. Ну, если просят, надо тоже. Вот эту можно поменять. Алиби, астральный извоз. Ну, а все остальное, пожалуй. Да можно и шаманский посок, в принципе. Вот так. Потому что фигли мы его используем. О, видели, уже собрал. Так. Авторитет. Ну, смотрите, вот я сейчас пока ничего не могу сыграть. Надо вот идти в пропаганду, видимо. Для начала. Просто жалко, я астральный извоз пока использую. Вот страховку теперь раз, два, три, четыре, пять. Вот страховочку, хотя раз, два, три. Блин. Ну, я так понимаю, тут в минус нельзя уйти, да? В минус же тут нельзя уйти. Нет, можно, можно. Ну тогда я 200 поставлю, раз Измигул говорит. А зачем ты потерял одно золото? Мне надо быть самым бедным. Это взято. Ну, что там у него? Подстава. Всего-то. Ничего себе. Ничего себе. Вот что началось. Ничего себе, что твое. Так. Лохотрон. Что там может быть? Бросьте кубик. Ну, второе просто было еще хуже. Ну, признавайся, у тебя там что-то интересное или просто идешь карты менять? И голоса, ну, то и другое. И токсина. Стопудово. Хотя остального это не стоило. Что говоришь у меня? Еще один. Не, вот... Четыре. Как я сразу сказал, будут ходить только делать гадости. Все, сразу. Ой, да что тебе гадости делать? Эти я хочу оставить. Алиби, ладно, фиг. Делайте гадости не мне. Фиг еще сыграешь, так что пошли так пока. Как можно делать гадости не тебе? Ты же выиграешь. Я, в принципе, мог бы и зайти, может, увеличить доход. Три. Ну, я так и знаю. Да, это круто. Нормально-то. Сделал. Он сам хотел быть самым бедным. Хм.
У них уже тимплей пошел. Ну, что, просто поменять карты, а не? Оу. Обе карты лучше. Пятисоточку все-таки взял. Странно, что не голоса, конечно. Это ведь можно оттуда и не вынести. А у тебя? Я задача все шишки на самого себя скинуть, чтобы другие играли. Так что играйте. Не буду продать или продать, или нет. Нет. Вот хитрая морда. А сам-то? Я случайно. Как это может случайно? Случайно мышкой класснул по кнопочкам? Конечно. О, прикольно. Я доволен таким исходом, например. Ничего себе. Оу. Блин, эликсир удачи, блин. Ну это хрень. Я ж использовал страховку. Ну так она как бы предполагает неприятности. А банкир самый нищий уже. Кошмар. Раз, два, три, четыре. Нет, пока депутат самый нищий. Он исполняется. О, ценный приз. Круто. И выигрыш, и ценный приз. Все круто. Что-то несет на завод. Это в лучшем случае на завод. А в худшем? На свалку? На свалку. Секретную разработку несу на свалку. Нет, не буду я играть. Проверки у кого-нибудь есть? Мне нет. Блин. Что ж вы так? Фальшивомонетчик. Нифига себе, уже плюс 72 у человека. Да. При этом я еще здесь один из самых слабых игроков. Подумал, как он сделал, что я проделал. Фальшивые монеты. Да, и фальшивые монеты. И фальшивые монеты. Ну и просто 50 голды отдал. Ты просто читер. Да почти как-то. Нет, 4, ни в коей мере. Оба. Когда искать. Сейчас нищий будет принжирить все деньги, а потом ходить в сокровищницу за дыром. И там те деньги отбивать. Какой коварный план. Поэтому надо его отбить раньше. Да вы надоели, богатенькие буратины. Ха, сам-то. Да. А что сам-то? Я тут самый бедный буратин. Ну, кстати, да. Да пожалуйста. Наверное, показуху использовать для перемещения. Так, ну, у кого карту вытянуть? Ладно, не буду. Ладно, ладно.
или в офис телепорт. Тоже неплохо. Да ёлки. А ты за кого вообще играешь? Депутат. Депутат. Два в начале матча. При отдыхе в Австралии. В Австралии. Ну, как-то не особо, кстати, по-моему, нет? Ну, да. Какой-то странный депутат. Просто допускать из Мигула в депутат еще хуже. А что он делает? Гадость. Все депутаты не гад. По статистике депутат самый сильный. Дура это ваша статистика. По статистике из Мигуль самый сильный. Это не статистика, это рейтинг. А рейтинг величина вау и все. А вот статистика, она постоянно. Как же статистика побед? Что это за статистика? Это так. Утилизатор за 300. Ну, можно пройти по кругу, кстати. Обмен. Давайте утилизатор. Норм. Пособие для бедных. Не. Пойдешься. Почему? 5 очков, как это тебе изменил? 3. У меня одни тройки, может хоть бы снес что-нибудь. О, не него идти. Что? Я, пожалуй, использую астральный извод, чтобы сюда встать и улететь. В офис. Не хочу я к нему. Садить его не хочу. Да ладно. Ладно, выкину эту карту. Ах, сердце того. Что там происходит? Все чуть не убивают. Шестеренки мутятся. Да. Не дам никому взятку. Жадина говядина. У меня перманент. По нему можно. Генератор надо было, наверное, сносить. Нет. Я не играю против одного человека. Против меня еще никто не играл пока. Но спасибо. Постараемся это запомнить. Если не забудем. Дал, да? Ну, в принципе, почему нет? Тем более минус 2 зловредности. Последний голос от него. Не сработал.
блин, это я хочу оставить. Ладно, мятежными. Хотя, я сейчас телепортируюсь. Я понял, как у него доход 76. Если у него вначале был доход 30, он добавил картой... Чертовщина, 20. А, потом 20, еще 20. Все. Чертовщина и фальшивка. Я догнал, я с вами. Привет. С вами, да. Вы-то уже и дальше, я только там. Ты там зуб не заговаривай. Видно. Чего у меня 10 очков. Блин, а что там, когда кидаешь на сокровищницы, что там выпадает? Деньги. Ну вот 4 это сколько? Я не могу теперь посмотреть. По-моему, сотня. Ладно, оставлю тогда. Ты меня сразу выбросил и спрашивают, оставить или перебросить, и не могу посмотреть даже. Надо было сперва читать. А что, ничего не было написано? Я что-то переехал, перебросило меня, и все. И он автоматом запустил этот бросание кубика. А если ты в локации, по наведению не показывает? Вот, не, вот за, когда запустила кубик, все, я нажимаю на локацию, нифига не, ну, не это. Вот сейчас, когда я не там. Ну, в смысле, когда мне ничего не происходит. Ну, да, занять нет и перманент. Блин, меня мискликнул. Заговорили тут зубы про то, что не показывают, сколько там. Я нажал правой кнопкой на коллекцию и... Ой, да, не надо. Сам виноват, самый расхлебывай. На других главное. Уже 15. Объект не обнаружен. Он сейчас просто решил сам этой тактикой воспользоваться. Сейчас нас заговаривать будет. Ну, кстати, действительно, не показывает на сокровищницу. Странно. Надо будет пожаловаться в конце. Показываю. Взял хорошую карту, отдал за плохой ход. Куда у меня уже доход делся? Уже плюс 20, блин. А, только что этот киллер наступил на неприятность. Всем доход порезали. Сообщать ему себе. Так ему и надо. Да. Ага. Класс. У меня одни тройки. Хорошо. Это так себе. Я либо на неприятность, либо на деньги. Мне оба не нравятся. Еще можешь на риск. О, на опасность. Угу. Лучше на деньги. Теряю голос. Два раза в ад ходи, уже злоба 11. Удивительно. Вроде не такой злой. Эй! Очки. Гуля, отдавай лучше. Нет. Очку и тапочки. Знаете. Нифига нет, себе. Угу. Нельзя ему давать взятки не платить. Думаете меня убивать уже нет сегодня? Было бы чем. Отпадай ему тысячу. Я же как этот, как баран. Буду переть до конца. До упора. Иначе бы кто-то меня проверил. Шестерка я сразу была. Просто это. Даже две, не поверишь. Даже две. Вот с такими вот людьми приходится играть всегда. Да, я сам возмущен. Чистка.
Давай меня, меня. О, да. Давай, сбрасывай мне карты. То у меня слишком говно, по-моему. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. Да ладно. 13 очков взять им по-быстренькому. Да чувак же уже скинул у меня карту. Чё ты у меня деньги забираешь? У тебя их больше всего. У чувака 17 шестеренок. Тебе не кажется, что вот у него надо их забирать? Шестеренки, да. Ну так и деньги, чтобы он ничего не мог сделать. Нет? Хреновая логика, да? Да не, нормально. Правильно, так и. Что правильно? Ну чё, еще бы доход всем по-моему. И так никакого же те. Я её выбросить собирался. Их туда не нашел. Больше вы мне не поверите. Гуля, можно тебя попросить? Получи-ка зловредность. Единичку. Чем? О, как меня Халюцкий обогнал, блин. А я на выборы хочу. 15. А, на выборах. Вот. Уже по 20 копеек уже одну голову. Ну, посмотрим. 5. Будем ходить по доходу. Банкомат больше ничего не умеет. Самый бестолковый персонаж. Только ходит и будет доход. А потом стреляет. Если будет потом. Будет. Давай. Пойти и сделать гадость людям. Опа. Постой, паровоз. О, неплохо. Как обычно, пошел менять карту, зашла хорошая карта. Которую уже менять жалко. Вывернуть что ли отсюда? Я уже отсюда в тюрьму пойду. Уже закончится для меня. По идее. Так и хорошо. Нечего тебе да? С кровичными гремлинами бегать. Мне 11 будет к концу матча. Блин, как вовремя я голоса-то забрал. Я еще думал, а блин, идти, выиграл. Не идти, идти. Нет, меня прошлым ходом выигрывал Асмодейн. У меня сейчас только что была неприятность, там минус голоса.
Асмодиан. Римский гайд очень похож. А, Асмодиан, ну извиняюсь. Ранний грек. Тот тоже набирает 200 голосов и забирает все взятки. И снова забирает голоса. Чтобы эти взятки не платить, а только собирать. Ничего, ничего. Индульгенция настигнет. Не пугай меня так. Невероятно. Чего, 23. 20 доход, 13 злобы. Так. Сади его. Во. Ну, ты можешь еще раз вернуться. Да, похоже, так и буду делать. То есть он может играть карты свалки на в этом, да, в казине. Круто. Ну, главное, не давать ему возможности играть никакие карты. Это все будет хорошо. Халицкий, а что у тебя это, неприязнь к дот-то игрокам? Поясни. Так, какую мне тут карту взять? Кладоискатель, в принципе, ничего. Ну, сюда я уже не попаду. Хотя бы кладоискатель, что ли, сыграть. Круто. Опять я последний. Да ладно, я думаю, вы все это ожидали. Кроме меня. Не ожидал. Я же видел карту, которую думал, как сюда. Да, смысл мне сбрасывать этот, называется, генератор отмазок у него. Волос. Ты. Еще раз ты. Один. Люблю эту карту. Ну, и что тебе мешало на трех остановиться? Я два раза сказали. Три. Твоя цифра три. Ну, там просто оба раза он проигрывал. Он решил идти до конца. А один это выигрыш. Это победа. Поборы, поборы. Обожаю поборы. Простые граждане с тобой не согласятся. Еще взяточка. Кто не видел, я вострал. Ловите бога. Так было бы еще чем. Пешком. У меня нет карт с таким запасом хода. Ну, в принципе, блин, я вообще шел на завод, но вы должны оценить мою жертву. Браво!
он сыграет побег и какой-нибудь гадость на свалке. Ну, скорее всего. Потом пойдет перемыкает на рынок и там сыграет. А зачем ты ему рассказываешь все вот это? Весело. Так он и так знает. Ну, так знает, пускай играет. Но он-то шел напрямик в астрал. Если бы у тебя вот, если бы у него такое реально было, я думаю, он бы лучше на свалку пошел и оттуда ломанулся. Тогда свалки еще идти, ох, а тут это. Можно быстренько обойти в астрал и тебя посадят. Да все, 20 дохода, куда я уйду? Мне только ждать карты, которые деньги будут давать. Не убежал. Мы не видим твои карты, так что, может, они у тебя есть. Оу. Ничего себе. Сейчас победитель обнаружен. Пока я тут бустю доход, уже все выиграли. Чего я взял этого банкомата? Да, блин, опять тройка. Хожу тройка, приходит тройка. Худшая карта, это тройка. Да ладно. Нормальная карта. Единички и то усилие. Ну, в принципе, можно вот астральный извоз и сюда на волшебный сундучок телепортироваться. Почему нет? Думаю, это серьезно. 5. Посмотри, зачем ты голоса отдал? Это снова проиграешь в игру. Ну, скорее всего. И победит Хрецкий. Не вижу, что в этом плохого. Ты видишь, уже... Боже, он их продает даже. Почему бы их не продать? Я и шестеренки продаю. Все, что есть, все продаю. 40? Сорокет у меня спер. Угу. Ах ты. Но и одну зловредность отобрал. О, ну это... Это круто. Это, по-моему, уже не важно. Да спокойно, спокойно. Нет у меня астральных карт. У него нет. А, ну ладно. Есть только масса своих дел. Это тоже не очень хорошо. Халецкий, ты мне повторить вопрос, или ты не будешь на него отвечать? Какой? По поводу игроков в доту. Блин, я уже про него столько раз отвечал. Реально тебя это волнует? Вот прям больше тебе нечего спросить. Можно где-то почитать, я почитаю, если тебе трудно. Можем минут две разговаривать об этом, уже бы ответил еще раз. А Лэм, надо же там просто как-то фильтровать теперь с друзей. Ну, скорее всего. Вот я, например, не пройду. Я в доту наиграл, нафига. Ты тоже, Киев. Да, у меня 3600, но это не мешает. Не, ну мне-то столько еще очень много. Оставаться адекватным человеком, хотя это... Есть большое, много людей. Нехороших. Так, ну, плохо себя ведущих. Так, ну что мне сыграть, волосатую лапу или чудеса бюрократии? Чудеса бюрократии. Сложно. Кама, сойди. Я в ад иду. Мало ли что у меня на уме. Да, скорее всего, карты поменять. Кстати, на меня не сработает. У меня 25 и 25 будет. Что? Ладно. А. Пока возьму себе денег. Ну. Вы чё? Все мыши для меня унизить, да? А-а-а.
Так если тебя не унижать, ты выиграешь. Пошли двойки. Только не это. Абсолютно никакого будущего. Вот все, карта закончилась, дохода нет. Ужас какой. Знаете, люди, я делаю это ради вас. А нафига я у Змигула забрал? С другой стороны. Вот надо было у тебя забирать. Посадил бы заодно. На. Ты рад? Не особо. Что-то ты хреновое ради нас сделал, по-моему, нет? 2 очка, 8 голосов, скорее всего. Что там? Нет. Так, это ему не поможет. А это мне не поможет. Ладно, давайте посмотрим. Парам-барам-бам. 27. Просто все. Да почему, почему все-то, ну? Ну, вся надежда на киллера, что там перевыборы найдет. Да я сейчас это называется, накоплю все голосов. Да я, он просто решил в казине поиграть. Минус 50, круто. Ну, казино всегда выигрывает. Двадцать девятый ход, 27 очков. Я так не умею. А что подстава делает? Происходит неприятность. Это одно очко. Три карты сбросил. Нет, понял. Что-то у нас европейский топ на последнем месте почему-то. Да, он просто притворяется. Сейчас еще выиграет. Ну, он уже 1000 набрал. Что у нас там за 1000 купить можно? Плюс 13 очков в Астрале. Плюс 13 в Хаосе. Ну, еще можно часы Армагеддона сыграть. Хаос. Двигатель. Тоже вариант. Я даже с этим... 2000 помещается. Ты не догонишь. Да ну, брось. Вон, у человека 25 намечается. Нет, не дам ему больше взяток. Ну и зря. Да, с такой игрой я фея. Пожалуйста. Плюс 13. Ну и все, ничего нет. Ну да. Больше. Не, вот, вот это читерство, то, что он может играть карты свалки. Интересно. Там. Но он может говорит взять... человек, у которого три хода до победы. Почему три хода до победы? Расскажи, вот слушай, ты этому рассказывал тактику? Расскажи мне тактику три хода до победы. Ну? Ну? Так. Дойти до этого, дойти до завода, если есть хорошие карты. Офис тут рядом, деньги у тебя есть. Он сейчас так и сделает. Скорее всего. Ну, для все-таки для карт, чтобы больше трех шестеренок набрать, нужны хорошие деньги. Достаточно трех? Достаточно, чтобы 3 очка набрать. Угу. Даже 5, по-моему. Да, даже 5. С один голос продает и может сыграть эти. 235 не хватит на 5.
На заводе, по-моему, разве? Взятки ему только не давайте. Пожалуйста. Напугали. Его это не напугать. Снимать гуль, шоу. Так, что там есть? Да нету у меня. Да почему астральный лифт? Откуда мне 800-то собрать? Блин, почему астральный лифт? Я не понимаю. Потому что 6 этих. 6 единиц хода. А, 6 единиц. А, я понял, понял. Не давайте только его взятки, а то ему хватит кое на что. Вот это нарушение правил ты сейчас, как бы. Да? Ты сейчас это некрасиво делаешь. Я сейчас ничего не сказал. Ты сказал, не давайте ему взяток, а то ему не хватит на кое-что. Зачем вот это начинается сейчас? Безобразие. Накал его. Да. Леголя. Я-то так предполагаю просто, что это всегда... Особенно после досмотра. Ну. Внезапно предположил, после того, как посмотрел мои карты. И случайно так получилось, что всем сказал. О, видите, идет не смог. О, это хорошее. Мне нравится. Да я кому дает, я это... Ладно, буду добрым сегодня. Так, а кому я отдаю? Мне? Асмодиану, можешь любые, да? Мне все равно их на смену, ну, да. Да, я понял. Я понял. Черт побери ему, дай. Да, было бы неплохо, кстати. Все равно на смену. Да у меня карта нет, вы ж видел... А, видел только... Чертовщина. Минус 117 у меня отобрал. Да ты баловник, чертовник-баловник. Кстати, вот спасибо за сальто мортале. Да, не за что. О, пошла карта. Когда уже все поздно. Так. Так раньше я бы тебе ее не дал. Опять ничего не дал. О, не заплатил. Вот, видите, как надо? Пошел и не заплатил. Мы не дали, вот. Видели? Вот мне дали. Видели? Я встал, а злобу не дали. И что? Вот мне дали механического помощника, я сейчас им воспользуюсь, видите? Я не плачу, если не могу заплатить взятку. Я не знал. Ну, бродяга, да, точно. Особенность. И ты ж должен быть, типа, всегда самый нищий, там что-то. Если ты самый нищий, то... Да, если вы самый нищий, то вместо получения неприятностей вы получаете еще... А, зловред... Ну, это не очень способность. Не, ну как вот так вообще? Дойти никуда не... Пойду хоть карту скинуть. Интересно, мы доживем до выборов или нет? Да у меня нету нифига. И денег нету. И вон чувак вообще, он идет, видишь, что делает? А заслуженный отдых? Я слабак. Да. Ужас. Бродяга, где увидели уставшего бродягу? Видишь, плохой человека. Шулер, фу, шулер.
Я случайно. Ничего я вам не отдам. Так. Блин, ну это странно, конечно. Свою волшебную карту убиваю. А что, ты обязан бомбой-бегунком кого-нибудь убить, да? Обязан. Печалька. Да. Тюрьму. Спасибо. Так тебе надо. Да, до конца не походу. Заканчивай, заканчивай, заканчивай. Да чё мне не... Блин, мне нечем заканчивать. Надоели. Я бы на вашем месте за Измигулом посмотрел. Я даже... А, ну вообще нет. Не хочу я садиться. Так, да или отлично. Нет? Отлично. Нет, я тебе не буду говорить. А то он, знаешь, поставит единичку. Да ладно, мне не жалко. Я сейчас вон в хаос схожу, поменяю карты. И все. На шестеренке карты поменяй. Да. К сожалению, нечего. Даже голоса нет, он подошел. А теперь ему хватает на 5. Да. Да, еще были бы 5. Так, у кого много карт с ходом там 7, 6, 5? Давай, тащи. Мы замедлили. Ну как он вышел? Вот нет, спасибо. Кубик. Операция. Ну что вы наделали? Там. Это я смогу ли 5 убрать? Наше спасение было в этой карте. Глупцы. Ну, все затаили дыхание. Выдохнули. Пустите меня отсюда. Победа. Тебя больше нет, черт. Оставайся. Подавай денег! Уа! Богач. Богач нам сзади сейчас будет скинуть. О! Отлично. Выжимал? Не? Спорили. Опа, опа. Ну, отлично. То есть теперь у нас Измигул победит. Вообще, откровенно говоря, мне какая-то хрень пришла сегодня. Хотя... Мне бы денег теперь заработать. Но у меня... Вы сейчас... Кто сейчас станет? Асмодиан, да? Правильно я сказал, блин? Асмодиан станет губернатором. И мне придется платить... Все эти. Сейчас Мариан победит. Да, ага, конечно. Сейчас плюс ты получишь, останется 8 очков на взятку насобираешь. На какого-нибудь там механического постового. Механического постового у меня уже так, есть. Мне, ну, дай пожалуйста. Кого мне посадить? Меня. Блин, я бы, конечно, Измигула посадил, если бы он не сидел уже. А я могу его еще раз посадить? Можешь. Добавишь срок. Да, добавишь срок. Блин, да и киллера ходит. Выходит теперь выход. Не, давайте мы киллера посадим. Ну вот что сажать, он тут... Ну, у него 5 осталось. А тот сидит и так уже. Окей. У человека 19 очков, 11 голосов. Так, ну ладно, раз уж сажать. Ага. То и сяду, да? Круто.
Тревожно это как. Ну. Он в целом тоже так играет? Ну, у меня, честно говоря, нечего тут играть по-хорошему. Хотя у меня досмотр есть, кстати. Ой, сейчас досмотр сыграю. Точно, точно. Давай на меня. Не, ну вон... А, чувак на меня подставу играет. Я умею, как обычно, шашек. Сам все отдам. Все, я досмотр уже не сыграю. Чем мы вообще сегодня? Класс. Добро пожаловать. Змигуля. Где это гад? Че ты думаешь, я сейчас к вам не посоедини? Нет. Ты сейчас выиграешь и пойдешь какую-нибудь игру играть. Да в Греблинов он обратно пойдет. Знаю его. Опа! Спасибо. Опа! Победная карта. Ну и что, а что у него? Денег насобирать. Да, ну, у него... Да, ему 80, да. 80 золотых ему нельзя дать. Как же выходить из тюрьмы? Вот это не надо посидеть. Класс. Блин, ну хреновые тут обе, ну то есть фигня полная. Обе полная фигня. А вторая была типа заплатите 20 золота или получите 2 зловредности. Что там, измигулу 80 золотых надо, да, получить? Зайти просто. Он сейчас как раз... Раз, два. И раз, всё. Ну ему же еще дойти надо. Давай, давайте не дадим ему дойти. Как вам такой вариант? Раз, два, три. Не дали. Я понимаю, что это сумасшествие предлагаю, но все-таки. Я вышел. Ну вот видишь, вот видишь... Не хочу тройки ходить. Пойди. Оп! Оп! Что там у нас? Ты же понимаешь, что ты вернешься? А мне плевать. Мне настолько все плохо, что иду карты менять. В такой суровый момент. И там топ-деком. Да-да-да. Вот. Вот так все и делается. Ну пришла карта, что я могу сделать. Мог не играть. Пасом так победил. Ой. Ну что ты в суп улетел? Так я заканчиваю большинство партий. Да, так все обычно и происходит. Даже неприятностей-то не осталось. Отнимающих. Ну давай уже, давай, не тяни. Дай почувствовать себя победителем. Потому что последние игры у меня постоянно забирают шестеренки, когда я уже их набрал больше 30. Меня их постоянно забирают. Потом еще играй полчаса. Ну, у меня вся надежда на то, что топ-декнется следственный эксперимент. Не топ-декнулся.
Поздравляем с победой. Спасибо, е-е-е. Очередная ачивка победа за коллекционера. Грац. Держите Вове. Спасибо за игру. Удачи всем в турнире дальше. Спасибо. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.